Всем привет! Новый обзор покупок. Фори вот такой вот взяла сыр творожный Эскуза. Как-то так. Здесь 200 грамм. Это потому, как в АТБ сейчас нет того сыра Латтиата, или как-то так называется он, который я люблю, тот сливочный, это на замену. 32 гривны он стоил с карточкой Фора со скидкой, а так без скидки 36. Так. Дальше в Форе вот такой вот сыр Маэстро Маздам 23,48, а за килограмм 199. Так, еще в Форе вот такая куриная ножка готовая. Гриль 28,71 за килограмм 125,90. Также что еще? Что еще в Форе? Вот такая ватрушка с клубничным джемом. Она стоила 8,90. Так. Еще два творожных сочника. Очень вкусные. Не в Форе. По 12,90. Так. Еще на борщ вот такой готовый вареный буряк, две штуки. Он стоил 21,90. Так, еще там вот такие финики сушеные. Финики 13,19 за 200 грамм. Все, и Фори это все. Здесь на 122. И еще плюс вот тот сливочный сыр. Так, дальше что еще? В АТБ огурцы 3 штуки. Огурцы 14,78 за килограмм 38,89. Яблоки чемпион. Яблоки 7,98 за килограмм 9,95. Бананы 11,06 за килограмм 28,95. Конфетки одни вот эти с курагой 16,70, а за килограмм 126,50. И чернослив они 20,32 за килограмм 169,30. Так, что еще? Еще порошок Гала 3 килограмма. Он стоил с акции сейчас 99,90. Так, вот такое вот печенье до кавы Рошен. Печенье 10,80. Садочек сок мультифрукт. Сок 21,90. Вот такое молоко, своя линия, 2 пакетика. Молоко по 12,30. Так, горошек разумный выбор, 420 грамм. Горошек 17,10. Вот такой спред тульчинка для жарки, 21,90. Дезодорант Фа Бали Кис, вот такой шариковый, он 23,50 с акцией. Что еще? Десяток яиц, яйца 28,90, итого в АТБ 322. Так, что еще? В магазине Ева вот такую досточку взяли с авокадо. Она 40 гривен. Так, что еще? Резинка вот такая для волос в Еве. Она вот тоже 40 гривен. Так, что еще? Что еще? Еще вот такие салфетки смешные в такой упаковке с мопсом. Так, они стоили
19,99. И вот такое банановое крем-мыло 20,99. Так. Так, еще в магазине спрашивают эти вкусные сдобные булочки. Киев-хлеб. Они 12,49. Подсолнечное масло Повна Чаша. Оно 43,99. Торчин майонез европейский. Он, так, сколько он? 13,99. Куркума приправа 3,90. И сосиски Ранчо. Они 23,99. Итого чек на 98,40. Все, это был весь обзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.